Вот закончилась программа, ко мне подходит Юрий Анатольевич Бойко, говорит, это была лучшая программа, в которой я участвовал. Так как он участвовал во многих, то я не знаю причину, честно говоря. Вот я не почувствовал, что это лучшая программа. А, ну, не знаю, я... Мне кажется, что все равно люди не поняли до конца. Вот люди не поняли до конца. То есть они поняли 50 миллиардов задолженности, системный кризис, мы на грани катастрофы, сейчас вся энергетическая система рухнет, и завтра мы будем ходить по улицам, ну не завтра, а зимой, мы будем ходить на улицах, да, все вот окутанные, температура будет ровно такая же, как квартира. Ну, в общем-то, ну, проблема серьезная, конечно, ее надо решать, и, конечно, то, что власть сегодняшняя, она не слышит. Вот людей, которые были в студии, она не слышит ни Тимошенко, у которой есть свой опыт огромный, как она сказала, у Яценюка есть свой опыт большой, и он никуда не привлекается. У Гройсмана есть свой опыт, у Плачкова, как мы видим, у Кучеренко, у Бойко, у всех есть опыт. Да, огромный опыт. Это же не обязательно брать то, что они считают нужным. Это надо просто иметь фильтр дерьма. Да, ну, мне кажется, что у этой власти этого нет. Да, что они... Сейчас я не буду знать, кому отвечать, кому не отвечать. Не отвечайте тогда. Какое это? Вот. И они как бы... Вот эта проблема. Я не говорю... Я понимаю, что есть старое поколение, есть новое поколение, есть конфликт поколений. Люди видят иначе. Молодые люди могут видеть зеленую энергию. Люди постарше считают, вот, скажем, как Юлия Владимировна, что нельзя отказываться от ядерной энергетики. А ей говорят, что через 5-10 лет все равно все реакторы выйдут из строя, все равно надо будет менять. Но вот тут есть противоречия, в принципе, ты слушаешь всех и принимаешь решения, но ты их должен слышать. А если ты их никуда не берешь, да, и решаешь, что, да, вот Гройсман говорит, аматоры, то есть любители, да, amateurs, говорится, да, вот, ну, я считаю, что в данный момент то, что происходит, это реально ощущение, что власти аматоры, реально. В этой области.